喂。Кто здесь? Кто здесь? Алло, Саша. Я нахожусь на месте. Я тебя жду. Надеюсь, ты принес то, что ты мне должен. 5000 рублей. Который ты у меня занял месяц назад и до сих пор не вернул. Я, в общем, пришел к месту, которое ты сказал. Но тебя что-то нет на месте. Где ты? Еще в пути? А, понятно. Понятно. Ладно, я тебя жду тогда. До связи.
В эфире «Радио Маньяк». С вами Дмитрий Пехтерев. В Московской области в районе города Сергиев Посад полицейскими был задержан подозреваемый во вчерашнем двойном убийстве в лесу Александр Шароглазов. По версии следствия, Шароглазов отказался возвращать долг своему другу Игорю Панкратову в размере нескольких тысяч рублей, после чего насмерть зарубил его топором. Вторым погибшим оказался просто случайный свидетель, имя которого не раскрывается. В случае, если вина Александра будет доказана, ему грозит от 15 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения. А пока к другим новостям. Тебя всегда. Я не понял, что там такое. И что это такое? Что это такое? Ох, Катька, я люблю тебя до слез. Оставайся моим.
Лёха? О, Даня, это ты? Здорово. Привет. Давно тебя не видел. Я тебя тоже. Давай присядем, поговорим. Давай. Расскажи, как у тебя дела-то? Да все нормально. А у тебя? Да тоже все в порядке. Че ты в лесу-то делаешь? Ищу Бориса, алкаша местного. Жена попросила отыскать его. Ночи нынче вон холодные. И если он где-нибудь пьяный валяется, то до утра может не дожить. А ты? Да я вообще тут просто гуляю, дышу свежим воздухом. Кстати, насчет смертности в этом лесу. Ты слышал, что месяца два назад тут во время попойки пропал приезжий из Москвы вроде? Геннадий, что ли? И чё? А то, что потом его нашли повешенным в этом лесу. Его вроде бы как девушка бросила, но он не выдержал. Хотя есть версия, что это Борис его кокнул. Бутылку они не поделили, а потом сымитировал самоубийство. Доказательств никаких нет, так что Борис пока на свободе. О, вот это жесть. А как же его хоронили? В этой деревне народ суеверный, не пустит. В том-то и дело, что его вроде бы друг очень близкий, прямо в этом лесу и закопал. Лёх, да мне от твоих рассказов прямо жутко становится. Лёха, что с тобой? Лёха! Остановись, Лёх! Господи, Боже! Господи, Боже!
Так, я что-то не понял. А где крест? А, вот он. Но я выполнил, друг, то, что ты просил. Я приехал, починил. Я не знаю, что ты сделал с той тварью, которая разрушила твою могилку. Извини, конечно, что вот так вот получилось, и ты лежишь не на том кладбище, как все остальные, а здесь, в лесу. Но по-другому я просто не мог сделать. Церковники запрещали, поскольку все думают, что ты самоубился. И ты лежишь здесь. Спи спокойно, мой любимый друг. В эфире радио «Маньяк», с вами Кипер. Сегодня в районе подмосковного города Серпухов были обнаружены тела троих человек, пропавших накануне и умерших при странных обстоятельствах. Причину смерти назвать невозможно. Известно лишь то, что на телах нет ни признаков физической расправы, ни признаков удушения. Все погибшие словно умерли просто и без причин. Мы сообщим вам о новых подробностях, а пока к другим темам. Когда-то здесь было поле. Красота его бескрайних просторов всегда удивляла и одновременно восхищала местных жителей. Дети с утра до вечера играли в мяч, а влюбленные, покрепче прижавшись друг к другу, слушали загадочное пение сверчков на закате. Но однажды все изменилось. Сюда приехали тракторы и грузовики с оборудованием. Не слушая умоляющий зов природы, коварные люди скосили поле и воздвигли на его месте гигантский завод. День за днем едкий дым просачивался из его труб в атмосферу, заслоняя собой солнце и загрязняя воду. Птицы падали замертво, а рыба косяками выбрасывалась на берег из отравленной реки. Но что такое рыба для тех, в чьей власти находится сама природа? Это всего лишь еда. Это тупое маленькое существо, жизненный цикл которого настолько ничтожен, что человеку нет до него никакого дела. Так думал человек. Но человек ошибался. Где-то на дне белой реки, окутанная тысячелетним сном, покоится доисторическая тварь. Зараза, распространившаяся по всей воде, пробудила ее к жизни.
в ее глазах холодное безразличие. Ее сознание управляет первобытный инстинкт. Ее челюсти разорвут в клочья все, что движется. Она голодна и пришла в наш мир, чтобы убивать. Я люблю тебя, Ильшат. Знаешь, ты немного странный, но милый. Ты отличаешься от серой массы. Ты не такой, как все. Я хочу, чтобы мы были вместе навсегда. Ильшат! Ильшат, там акула! Малые люди, отойдите от берега, живо! Чайка, это Ильдус, прием! Вы прямо над целью! Сбрасывайте бомбы в воду по моей команде! Так! Давайте! Акула уничтожена. Можете возвращаться на базу. Девушка, как вас зовут? Айгуль, передайте вашему другу, что если я говорю отойти от берега, это значит, что нужно отойти от берега.
Все, что могли, мы уничтожили акулу, но теперь ее неупокоенная душа наводит ужас на всю Башкирию. Думаю, здесь вам понадобится помощь охотников за привидениями, а не военных. Мы бессильны. Все, что я могу сейчас сделать, так это рассказать людям правду. Хотя, глядя на эту панику за окном, я думаю, они и так уже обо всем знают. Вас понял. Господи, помоги нам. Уважаемые жители и гости Уфы, как вы уже знаете, страшная катастрофа нависла над нашим городом. Спокойная жизнь в одночасье оборвалась. Я бы очень хотел сказать вам, что смогу устранить опасность и защитить вас, но, к сожалению, это не так. Существо, с которым нам пришлось столкнуться, обладает огромной разрушительной силой. Перед этой могущественной призрачной акулой нет преград. Ее невозможно убить. От нее невозможно спрятаться. Просим вас проявлять максимальную осторожность. Алло. У меня вообще просто жесть какая-то. Мало того, что погода скачет вверх-вниз, так еще и сегодня снег выпал, прикинь. Да, вообще. Ну да. Ну ладно, давай, до встречи тогда. Угу. Тошник. Салават Батыр, ты участвовал в величайших сражениях за землю башкирскую. Ты отдал свою жизнь за то, чтобы наше поколение обитало здесь в мире и согласии. Ты бился за наше счастье. Ты бился за нашу свободу всей своей душой и всем сердцем. Ты не сдавался. И ты победил. Однако над башкирскими просторами вновь сгустились тучи. Коварная акула-призрак хочет захватить твои земли. Не дай ей сделать этого. Останови ее. Пока не поздно. Останови, прошу тебя, Салават. Пожалуйста. 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 Пожалуйста.
Граждане и гражданки Республики Башкортостан, сегодняшний день войдет в историю всего человечества. Сегодня все мы сможем спать спокойно, благодаря великому батыру Салавату Юлаеву. Он сделал это. Он остановил акулу-призрака. Мы победили. Ура! И пришел Спаситель на землю башкирскую и остановил зло. И люди достойно отпраздновали этот день великой победы над акулой. Однако едкий дым по-прежнему просачивается в атмосферу, заслоняя собой солнце и загрязняя воду. Птицы падают замертво, а рыба косяками выбрасывается на берег из отравленной реки. И остается только гадать, кого еще пробудет к жизни зараза, распространившаяся по всей планете. А это Ведьмак смотрела? Нет. Или... Не, седьмой сын был, седьмой сын. Нет. Ты смотрел себя? Седьмого сына? Не, еще не смотрел. Офигенно, там мужик каким голосом говорит. Ой, это вы срубили, да, или кто-то другой? Да мы... Силач Гоша подошел голыми руками. И дерево слово. Я когда от ментов сматывал на квадрике... Подождите, это что, дом? Да. Смотри, слышь? Подожди, а там кто-нибудь есть сейчас, не? Есть. Знаешь, кто будет? Ментов сваливал. Проститутки, да? Такое дерево рукой сломал. Адреналин. Я же говорю, силач Гош. Ой, Гошан, подожди. Там что? Там проститутки. А их там, они сейчас там есть? Не знаю, кстати, можно спалить, как они там крахнут. Если они есть, Тихо, давайте, тихо. Нет, я тихо. Тихо, мне немного стрёмно, если честно, идти. Тихо. Тут Сергей. Тихо. Ты Сергей. Вообще, второе твое имя. Чего? Так. Вот, собственно. Ой, это я нарисовал. Так. Джейкс. А вот это у КБ. Оу. Чего-то, блин, рисунок такой. Сисил красно-белый.
Мне интересно, а что делает тут этот гараж? Офигеть! Сейчас, я тут все сниму, чтобы вы видели. Ты еще туда зайди, подожди. Ой, ужас, боже мой. Нормально. Зимой тут больше. А, больше их зимой? Конечно. Зимой снег. Ну, точнее, не белый, здесь грязно. Да. По кайфу, да? Вот ты туда зайди, прям в здание. В здание зайти? Да. Ладно, сейчас. Аккуратно. Сейчас. Я вижу пока только кучу мусора, какие-то газеты. Чё? Да я прекрасно знаю, знаю. Сидим, дождем. Даже мы денемся, да, с объекта. Ну, подай-ка вас. Все, приехали. В древнейших времен на северном склоне Иверской горы, внутри которой мы с вами находимся, была известна яма под названием Бездонная. Шли годы, века, тысячелетия, но никто не решался спуститься в эту пропасть. Вот это да. А мы тут просто пытались.
далеко, вот старый. Кто здесь? Эй! Наверное, показалось.
В эфире радиоволна 16, в студии Сергей Пономарев. Здравствуйте. Сегодня на старом кладбище Сергиева Посада найдена уже седьмая по счету жертва неизвестного убийцы. Имя погибшего не разглашается. Известно лишь, что это убийство было совершено с особой жестокостью. Пресса уже назвала серийного убийцу кладбищенским маньяком. Полиция просит вас воздержаться от поездок на кладбище, пока убийца не будет пойман. А теперь к другим новостям. Алло? Здорово. Ты сейчас выйдешь гулять? Да, конечно. Сейчас выйду. Так. Окей, без проблем. Бесполезно.
Что же со мной происходит? Если бы я мог ответить на этот вопрос. Что-то сверху. Стала эта работа. Каждый день одно и то же. Ладно. Посмотрим, как там эта балалайка поживает. Okay.
отлично. За это нужно фуэра выпить. Как расслабиться-то хочется. Такс. Надо бы включить радио. Узончик какой-нибудь. Послушать, черт возьми. Так, где тут радиоволны у нас? Такс. Вот. По нашему городу на один дом. С Днем защитника Отечества поздравляет Гриб Ферон. Скип. Завтра также преимущественно без осадков и по-прежнему облачно. Падает до минус 4 градусов. А вы говорите? По железной по дороге. Устанавливайте его на свой смартфон. Вера. Что любопытно? Обе хорошие. Только февраль. Самая низкая ставка по ипотеке. 7%. Евангелие. Бывает. Так, это что еще за... Так, ой, утро уже. Так, ох, что там по телеку? Так, не помехи какие-то. Так, ну хорошо, что там по радио? Yeah.
Мы прерываем эфир экстренным сообщением. Сегодня в подмосковном городе Раменского произошла ужасная трагедия. По меньшей мере 157 человек стали жертвами неизвестного сигнала, который был запущен неизвестным лицом в радиосеть местной радиостанции. По предварительным данным следствия известно то, что неизвестный загрузил радиосигнал, который очень сильно влиял на центры головного мозга, в результате чего сосуды головного мозга начинали лопаться, происходило сильное кровоизлияние, что приводило к смерти. Однако местные жители считают, что причиной трагедии стали военные. В тот день на полигоне неподалеку, в аэропорту Жуковском, проводились испытания нового вида вооружения. По версии жителей, испытания могли выйти из-под контроля, в результате чего новый вид оружия, известный как звуковые волны, могли случайно оказаться в радиоэфире и привести к такому большому количеству жертв. В военном ведомстве отказываются комментировать произошедшее, ссылаясь на секретность информации. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина проводится расследование.